Цветочки, лужочки, стрекозы. У речки пасутся ягнята, барашки, овечки. В экстазе забьются поэтов сердечки. О, Боже! Цветочки, лужочки, овечки, собачки. Овечек пасут очень зорко. Об этом все знают, от тигра до волка. Собачки, кусачки, как правило, сыты. Не то, что все эти лесные бандиты. Охранники вечером кушают мясо. Известно, что мясо готовят из кваса. А чья эта шкура висит на заборе? Висит не твоя. И тебе что за горе? В сарае не рай. И не так поэтично, но сыто, надежно и патриотично. Бывает, из хлева обычно на праздник кого-то уводит хозяин-проказник. Но каждый баран убежден до предела. За ним не придут. Он плохого не делал. Долой пессимизмы! Есть доводов масса, что мясо готовят из сена и кваса. Правильно, квас. Об этом бараны расскажут ягнятам. Отцы не солгут, то известно ребятам.